Привет всем, смотрите, где я. Я приехала в эту немецкую деревушку Химмельсберг. И вот мы теперь идем. А что я вам обещала показать? А я вам обещала показать липу, которой больше 70-50 лет. 750 лет, больше. Вот мы к ней идем. Видите, вот она уже на горизонте. Высоченная, выше мамы, выше папы, как у нас говорили. И вот я вам сейчас покажу. Деревня старая, а она на горе. Гора называется Химмельсберг, как облачная гора. Вот, мы к ней подходим, она стоит возле церкви, возле самой-самой церкви. Смотрите, огромная. 750 лет и больше. Никто не знает, сколько именно. Там дети кричат. Здесь живут одни немцы в деревнях. Не живут чучмеки. Вот смотрите, я подхожу к корню. Вот она такая широкая. Когда мы приехали, вот эти балки еще были старые. Вот они года два тому назад все вот это вот поменяли. Видите, так красиво лавочки сделали. Но они все время липкие. Когда липа отцвела, все было липкое. Так вот обойду, покажу. Везде дупла. Вот такая вот красавица. Смотрите, какие вот огромные ветки. Сделали для них подпорки, чтобы она не развалилась. Покашляю. Вот еще одна ветка. И вот так вот придумали вот такие подпорки, чтобы она не развалилась. Птички поют, слышите? Там, наверное, гнезд полным-полно. Классно, да? Нравится вам? Вот здесь вот живут все фермеры местные. Вот. Так вот выглядит. Красиво очень здесь. Классная деревня. И везде у них деревья с яблонями. Может, еще остановимся где-нибудь, яблок наберем. Вот посмотрите еще на нее, какая она красивая. Ой, высоко. Ой, а сейчас покажу еще церквушку. Но из-за липы церкви практически не видно. Вот видите, у нее еще вот это так интересно. Ну, это же старинная капель стоит. Вот. Она евангелическая, евангелиша. И всегда двери закрыты, так что я еще ни разу не была внутри. А вот так вот, вот плиты нагробные, там, наверное, Иисуса распяли. Да. Вот точно. Молятся там. Эти вот плиты. Тут так вот сделано. Вот липа вам. Вот церковь. И тут такой подашек. Люди здесь сидят, когда дождь, можно спрятаться. Ну, всем пока. Пока-пока.